Что, расстались, да? Ну, не переживай. Ты у нас девочка видная, лучше найдешь. Всякий будет лучше этого. Знакомо, правда? Когда мы расстаемся, нам каждый пытается об этом сказать. Будет лучше обязательно. Ты у нас девочка прекрасная. Да не хочу я лучше, понимаете? Не хочу. Хочу и этого. Который не лучше, возможно. Который мой. У меня всегда возникает вопрос к таким людям, которые пытаются мне посоветовать что-то. А вы, людей, теряли своих любимых? Почему мои чувства вы сейчас обесцениваете? Возможно, он и будет лучше. Возможно, я встречу самого лучшего человека на свете. Но в данный момент мне нужен этот человек. И мне больно. Пожалуйста, оставьте свои советы при себе. From